Заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина в ходе рабочей поездки дала старт первому в России отделению обслуживания вызовов на дом и проинспектировала работу нескольких медицинских учреждений Видновской клинической больницы. Среди них детская и взрослая поликлиники, стационар и модуль диспансеризации, который стал важным пилотным проектом Министерства здравоохранения Московской области. Модуль начал работу ровно год назад. За прошедшее время медики отработали схему эффективного обслуживания пациентов, а сам модуль оснастили самым современным диагностическим оборудованием. Программа, то есть это именно компьютеризированная электрокардиография, и можно архив посмотреть. Модуль, построенный на территории ВКБ, имеет площадь более 500 квадратных метров. Здесь трудятся 20 высококлассных медицинских работников. О важности их работы говорит, например, тот факт, что с начала года, благодаря диспансеризации, выявлено 15 онкологических диагнозов на ранней стадии, что дает надежду на выздоровление пациентов. Всего же за время существования модуля здесь прошли обследование 11,5 тысяч человек.